Так, внутренняя сторона ровно 67,5 миллиметра. 67,5. Длина внутренняя. Внутренняя длина 126,5. Так, внешняя длина 131 миллиметр. Ширина внешняя 71,5 миллиметра. 71,5. 72, можно сказать, с этой вот стороны. Высота внешняя 39, 38,5. А здесь, с этой стороны, где USB, 38,5. 38,5. Так. USB начинается снизу на 22 миллиметре. От края начинается 12,5 миллиметров. Толщина стенки так и есть реально 2 миллиметра. Вот. Все. Длина решетки пустот, то есть длина 83,5 миллиметра, ширина 63 миллиметра. Вот. Диагональ можно даже померить. Диагональ пустот решетки 104 миллиметра. Теперь крышка. Тоже реально 2 миллиметра. Может даже меньше немножко. Ну, по размерам она такая же, идеально подходит. Да, идеально. Все такое же. Высота букв 17 миллиметров, 16,5. 17, можно сказать. Или 16,5. Так. Дисплей 42,5 на 59,5. Вот так. Диагональ. Экрана получится у нас 73 миллиметра, 74. Вот от края дисплей за 9 миллиметров ровно, а сверху
110 миллиметров. Вот так. Это толщина 0,2.